Sega. Всем доброго утра. Привет, Тау, привет, Антон. Слушай, у тебя такой крутой смайл какой-то. Это чей вообще? А, это твой? Блин, он такой плавный. Не, я вот в чатике смотрю, так вообще зашибись получился. Так, ладно, OBS забыл вытащить. Все. У тебя же вроде еще, да, смайл есть? Ну, в плане. Больше 4 слотов. Давай, загружай. Так, теперь вспомни, что я делал. Я хотел, по-моему, попробовать с самого начала это. Испытание какое-нибудь. Но опять. Танк я так и не понял, как пройти. Тут, наверное, везде надо рашить. Что в лансерах, что в танках. Ну, танковое испытание. Потому что вот здесь он начинает тут тупо спавнить кучу пехоты и все. Невозможно пройти. И как... В общем, я не совсем понимаю, как это надо проходить. Он начинает спавнить кучу лансеров. Просто кучу. И потом вот у меня вышла такая ситуация, что моя база осталась без защиты еще. А туда набегает вот эта толпа. То есть мне надо примерно за 5 ходов, чтобы вынести. Пройти. И я так понял, надо проезжать танком до того, как стена упадет. Потому что любое падение стены — это просто неимоверное количество ходов на ее снос. В отличие от их обуза танка. Ладно, давайте что-нибудь попроще. Вон, инженерами. Хотя я уверен, что сейчас будет это. Тоже всем составом, а не только инженерами. Я Гомер Перрон. Мне любопытно, что вы будете делать в совершенно безнадежной ситуации. Имперцы заняли весь район, их целый отряд. Мы начнем продвигаться с этой позиции. Используйте инженеров любым образом, чтобы остановить их натиск. Цель данной операции – помочь Велкину благополучно добраться до места назначения. И еще, из-за проблем со связью вы не можете отдавать приказ.
конечно. Велки. А он на танке? Стоп, расположить. Да, танк у нас, значит, здесь-то. И... ну... я даже не знаю. Танк поставили вот здесь, инженер спавнят здесь. Что? А вообще, зачем мне инженер? Тоже такой вопрос. Испытание инженеров. Ни одного... У меня всего два инженера. Ну, давайте одного возьмем. Вообще... Алисию, наверное, возьмем. Ночь и второго инженера на всякий случай возьмем. Как-нибудь так. Не думаю, что четырьмя инженерами нужно бегать. Ладно, давайте начнем. Я готов. Сладкая судьба. Чё? Вообще-то он сказал постарай... Ну ладно. Кто перевел эту херню как сладкая судьба? Ага, я понял. Инженеры ответственны за общую поддержку. Это и обеспечение боеприпасами, и лечение. Я сделаю все, что ты мне прикажешь. Вот тут, кстати, есть такой нюанс. Он говорит, что типа поддержку, да? Если бы у инженера было два хода, ну, как два хода, то есть он мог бы полечить, допустим, и починить. Ну, или гранату накинуть. Ну, хотя гранату накинуть уже не то. В этом смысле инженеры как-то отстают от себя. То есть полечить-то может любой дебил. Они только боеприпасы дают и танк чинят. Все. Ладно. Полагаю, самая важная вещь в этом — починка танка. Угу. Там на передовой, когда танк в беде, под градом пули, я прорвусь и починю. Чуданно аме но нака, шюри ни мукава накча икенай. Ну точно мазохист. Судьба моя лиха. Что вообще? Надо было, наверное... Ага, у него нету очков движения, потому что он со сломанными гусеницами начинает. И я так и не понял, куда мне надо доехать. А, вот сюда, да? Ну, за один ход танк проезжает только одну секцию. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть ходов получается. Либо, ну, я не уверен, что за два хода он проедет две секции. Но мне надо как-то бежать уже. Тем более надо еще дойти сюда и починиться. Да? Неплохо было бы еще захватить лагерь. Так, Алисия. Это же надо ванне. Угу. Тихо. У. А, ну 5 из 5-7. Нормально. Еще и попало. О, да. Тут еще и мин. Чё-то я как-то выбежал немного. Тихо, мужик. А там я не оббегу, да? Да, у него, скорее всего, сзади пулемет. То есть, вот здесь куча мин стоит, здесь куча мин стоит. Что вы предлагаете мне? У меня 60 как бы хп. Стоп, что там? А, это типа гранату накидать, окей. В кого еще сверла? А, то есть, надеюсь, это... Вот этот и этот... Это разные вещи. Иначе я даже не знаю. Ну, бонус лечения не прокнул. Поэтому сюда я не побегу, танк меня точно. Пулеметом. А стоп, ну... А, ну да, я же сходил. Короче, профукал ход, надо, короче, заново играть. Ну, сейчас главная задача это побегать, посмотреть. В общем, там все заминировано. Как ты меня боком-то увидел? Да,
я попаду, не попаду. Попал. Митака! Ну да, да, да. А можно мне гуф? Так, понятно, тут за углом еще стоит штурмовик, поджидает. Которого просто никак не увидишь, пока не выбежишь и не получишь лицо. Даже не знаю. Как я должен был вообще узнать, что? Так, впереди еще один. 10 выстрелов ему. А, он снайпер. Все, что я понял. Возможно, просто оббежать. Давай еще раз. Так, тут за углом по-любому кто-то есть, да? Тут еще один танк стоит. Вот как это? Я просто не представляю. То есть... Давай, заканчивай, плевать. Сейчас сдохнет ночи. Пехота. Лансер. И он бомбит мне танк. Там впереди еще лансер стоит. Не, наверное, надо этот. Так, Алисия, сейчас попробуем спасти ночи. Вот так. Подольше. Хотя там, блин, этот стоит. Его надо убить. Там штурмовик стоит. Один выстрел. Слушай, а тебе винтовка неплохая. Я на дистанцию все это грешил, а дистанции в принципе хватает. Ладно, Алисе, и смысла больше ходить нет, если выбежишь, сдохнешь. На 12 хп. Сейчас, секунду еще. Кое-что глянем. Так, вот так. Стоп, а у меня опять... Да, Good Game пишет плохое качество. Я не знаю, сейчас опять Good Game начнет лагать. Так, ты у нас у танка. Но мы обойдем его спереди. Я не уверен, с какой дистанции он меня будет палить, понятно. Как обходить этот танк? То есть, здесь, значит, не пробегу. Придется сюда идти. А тут защита. Ладно, давай ты. Ну хотя бы у меня нету базы, которую я должен делать. Так, тут у нас один снайпер. А у инженера, оказывается, 3 граната. То есть можно за 3 года ходить. Хотя он по идее почему всего... Ладно. Давайте вынесем. Сейчас попробую вот эту... Вот это ограждение снести. Он, по-моему, не получится. Ну тогда, если не получится, тогда значит надо где-то здесь бежать. Так, здесь штурмовик. То есть надо вниз идти, потом направо и опять вниз. Сейчас узнаем. Ну да, они не ломаются. В общем, это 100% загрузка. Пока это выглядит сложно, только с позиции танка. То есть его там, ну, стреляют по-жесткому. Еще один лансер? Или это тот же? Нет, это тот же. То есть два лансера.
Он чуть не попал мне в радиатор. Я не могу двигаться танком, самое забавное. То есть, если вот тот левый попадет мне в радиатор, пипец. А, ну он не ходит почти, он только лансером движется. Ну, так что такое себе. Довольно легкое испытание по сравнению с Тилем, пока что. Кажется. Ладно, так, давайте загрузимся. Правда, я эпизод загружаю, но ладно. Так, с какой сохранить? Вкладка, сражение, испытание, инженеры. Так, бла-бла-бла-бла-бла, мазохисты. Окей, с этим все понятно. Так, теперь надо с этим составом. Можно взять одного разведчика, то есть Алисию. Ну, то есть взять набор наших, Лансер, ну, Ларго, Рози и Алисию. То есть это будет три дополнительных очка. И взять одного инженера. Ну, двумя я ходить не буду, получается, Ларго и Рози. Потому что я просто не добегу. Алисией, значит, и инженером будем бежать к данному. Ну, давайте так попробуем. Я не знаю просто, зачем мне большой отряд в плане передвижения к танку. Так, стоп. Рози сюда. Ларго сюда. И женщину надо взять. Она как раз с Алисией дружит. Все. Да. Да-да-да-да-да. Давай. Так, движемся, короче, сперва вниз. Потом вправо. Там штурмовика надо еще. Да-да-да, инженеры там ответственные. Это все я уже слышал. Инженерам тем временем надо снять тут мину, получается. Если этот танк не двигается, то... А, тут еще один сидит, да? Сейчас. Да, там один сидит. Но его я вроде как убил давно. Как довольно быстро. Он мне тоже много хп снял. А перезарядка будет, нет? Видимо, нет. Я все рассчитывал, что он перезаряжаться начнет. Я пробегу. Фу, еле вынесло. Почему-то звука попадания в голову не было. Так, ладно, Алисия, стань тут. Там ей еще два врага надо. Давайте инженера. Хотя не, инженера подтягивать сейчас тоже. Давай, одного убьешь еще. Мы тебя похилим. Инженером. Так, один выстрел в голову. Все, отлично. Так, поближе встанем. Если инженер добежит еще до сюда тоже. Привет, Вайперс. Окей, так, инженер давайте. У нее, конечно, не столько очков перемещения. Но... мины снимаем. Я не уверен, что вот левые мины надо снимать. Ну просто бегать от мины к мине не очень. Если что, лучше зачиню танк. От одной мины-то он не сдох. Там в основном дамаг, по-моему, на гусенице. Так, а вот хватит ли мне вот эти 200? Я бы еще до Алисии я, походу, дело уже не дойду. Не знаю, на какой дистанции срабатывает эта хилка. А, нет, ну, сейчас узнаю. А, достаю. Отлично. Ну ты вообще, фига ты похилила? То есть у инженера бонус на хил? Вот тогда, да, инженер полезен для хила. Она ей около 200 похилила. Так, надо снять штурмовика. Осторожненько.
сотку хп просто за секунду. Так, один выстрел, да? Вот мне нравится один выстрел в голову, 300. Просто 300. Топовая винтовка. Так. Теперь, по идее, надо вниз идти. Но тут может быть за углом опять один какой-нибудь. Нет, никого нет. Вот за тем углом может быть какой-нибудь. Ладно, давайте. Инженер у нас один раз добавил. Снимаем здесь мины, снова лечим Алиси. Кого-то там увидела. Знает, кто это? Похож на штурмовика. Ну да, давай. 4 выстрела. Не попаду. А он в ответку сейчас будет палить. Даллас, беги! Понятно. В общем, можно переигрывать. Сама. Пасёсь. Не, ну... Давайте загружаться. Дальше смысла нет. Так, еще попытка. Ну, говорю, это не так страшно выглядит, как то сражение. На танке, на лансерах просто. Надо, наверное, сделать отдельный сейв после диалогов на самом старте. Так, ну, базу я... Вот не знаю, на базе, если у него никто не сидит, можно будет захватить. Так, расположить. Так, Рози. Ларга. Алисия. И инженер. В общем, инженерам лучше вообще не выбегать и никого не бить. Только хитить. Потому что он очень дохлый. У него всего 172 хп, и это забейте. Так, давайте приступить и сохраним на какой-нибудь нижний слот. Чтобы не загружать тебя с этого. Да, бла-бла-бла-бла-бла, мазохист. Так, вот сейчас надо сейв делать. Да вот сюда. Он все равно вверх поднимет этот сейв. Так. Имеет ли смысл вообще ходить от Эльвиса? Я вряд ли попаду в лансе. Ладно, действуем. Так, Алисия. Блин, в упор потеряю. Надо как-то выбежать. И я нажать просто. Он 50 хп потерял, не так много. Так, давайте. Отлично. Вот здесь вот я теряю половину очков. Это мне не очень нравится. С другой стороны, что я могу сделать? Если я подбегу, я получу кучу дамага от того. Ну, давайте попробуем подбежать. Разведчик. Так, завершить ход. Все равно после этого хода я буду ее хилить. Или может выбежать инженером попробовать. Давайте попробуем. Блин, инженерам тут нужно мины еще было поставить. Так. Я говорил инженерам не воевать, но сам... Но, как всегда. Он еще мастер доджа. Понятно. Ладно. Тогда все-таки придется Алисии ходить. Но в этот ход я, по ходу дела, не выбегу дальше. Я лучше сохраню очки движения. Потом с Алисией начну. Ну что началось-то, а? Ну серьезно, ну... Я понимаю, еще офицеры доджат, но, блин... Какой-то простой солдат, который доджить начал, ну это забейте вообще. Это, короче, 100%. Ой, да какой сейф? Загрузи мне, я же не знаю. Так, это по идее. Блин, простой солдат начинает тупо доджить. Что?
Вот за офицеров я говорю, потому что они очки движения. Вот у меня Алисия обладает. Ну, конечно, другие тоже обладают. Хотя нет. Доджила у меня, по-моему, только Рози, кроме Алисии. Ну так, на скидку. А, сейчас 80 хп он мне снес, хотя я сделал то же самое. Просто выбежал и нажал. Ладно, все понятно. Не буду экономить очки. Здесь до половины. А что ж убивать? Хотя там тоже она. Ага, так не пододжишь. Да какой выстрел? Ты не зарядился еще. Окей, там в конце стоит Тау. Если Тау не слышал, я говорю, у тебя классный смайл. Ладно, так, инженером сейчас похилим. Снимем штурмовика, который вот здесь стоит. Ну, мины тоже надо поснимать. Причем обычно у него офицеры толще намного, чем мои. Хотя изначально, ну, в самом начале игры, у него были очень дохлые солдаты по ХП. А теперь более-менее одинаковые. Ну, это, я так понимаю, они как обучающие части. Что-то очков хватит, нет? Должно, по идее, хватить. А давайте проверим, с этой дистанции можно попасть? Мне вот просто интересно, с какой максимальной дистанции можно. Не, еще надо поближе. Так тоже. Ну, короче, почти в упор. А так тоже не достаешь. Ты издеваешься? Не достаешь? А, вот. Ну, что-то забаговало, видимо, курсор подвигать надо. Так что могло быть и с той дистанции. Ну, я говорю, инженер... Вот никто не говорил, что инженеры хилят до фула. Ну, в бонусах не написано в инженерских. Там написано... возводить... Ну, то есть песок чинить. Мешки с песками. Что там еще было? Пополнять боезапас. Чинить танк. И все вроде. Ну, он сейчас про лечение, конечно, сказал в испытании. Если бы я не попробовал, я бы и не узнал. Так, ладно. Все. Первый ход я закончил. Ну, туда встанем. По идее, он не должен этими двигаться. Он только лансерами сейчас там бомбит. Давай. Стоп, я запутал. Вот сюда. Эту мину я сниму. Тут тоже, в принципе, смогу снять. И похилю Алисию, все. Дальше Алисия будет выбегать. Потолще, потому что почти в два раза толще. Блин, мне внизу еще кто-то может ждать. У меня бы точку еще захватить. Было бы неплохо. Если здесь стоит штурмовик, значит штурмовик может где-то вниз стоять. Мне еще две секции вниз бежать, потом сюда еще. Сейчас отсюда лансер придет. Где-то здесь он должен стоять. До сюда он дойдет, он начнет палить, по-моему, там. И этот тоже. Ладно, ждем. Если бы он еще танками двигался, это было бы вообще. Не попал. Хотя в кого-то попал. В это дело. 400, да? Но у него еще копья какие-то слабые. У меня по 1250, что ли? Или 1150. Копья. У него всего по 400. Ну да, если бы он мне по 1000 бил, он бы у меня двумя лансерами просто вынес сразу же. Так, ладно. Давайте.
Штурмовик. Почему ты его не видишь? Он же не ходил. О, да. Ну и потерял 80 хп на ровно. Ладно. Так, одно попадание в голову. А, теперь нюанс. Если я выбегу, я могу отхватить. Я не знаю, кто у него на точке сидит. Вы издеваетесь. Ладно, пробегаем мимо. Тут еще и танк. То есть точку, в принципе, захватывать даже не знаю. Нет смысла. С другой стороны, я здесь танк буду хватить. Приказ я не могу отдать, поэтому танк я не вынесу. Я бы этот увеличил дамаг по радиатору танка и я бы вынес его. А так, даже если захвачу точку, танк тут останется. Ладно, давайте вниз спускаться. Так, никого не видно. Вот у нас заминировано. Я говорю, сейчас бы нарваться еще на кого-нибудь. Вот за ящиком, допустим. Никого. О, можно подняться. Не, нельзя. Так, ладно, с тобой все понятно. Инженером надо, чтобы пробежал там. Мимо. Ага, тут еще штурмовик стоит. И тут еще танк. Угу. Захватил бы я точку, конечно. Танк на точке стоит. Ладно, так. Бонус. О! Бонус защиты это. Имба. А в тебя даже не попали. Только до Алиси ты не добежишь. Так что похилить не получится. Ну да, с такой дистанции, скорее всего, не похилить. Угу. Ладно. Так. Сколько у меня очков движения? У меня очков движения, в принципе, много. Тут вроде как кроме лансера никого нет. Если опять же тут никто не стоит за ящиком, как вот этот вот штурмовик полный. Давайте попробуем инженера. Он все равно далеко не убежит. Заодно захилим Алисию, чтобы она дальше убежала потом. Нужно узнать, кто там где находится. Спасибо. Так. Здесь никого. Тут только лансер. Отлично. Если тут только лансер, так и будет. Вот отсюда, допустим, еще кто-то может вылезти. Ладно, давайте лансера снесем. Ты ведь доджить со спины-то не будешь? Как вы это любите. Так, окей. Бросать инженера или остаться тут? Ладно, идем дальше. Так, тут никого. Тут тоже никого. Все отлично. В этом смысле еще можно было тоже танком походить вначале, чтобы посмотреть, есть ли кто-то. Так-то я не вижу. Ладно. Так, что там у инженера? Он, по идее, не добежит, да? Ладно, давайте докуда можем. Ну, скорее всего, до угла добегу. Что дальше? Да, дальше лучше не высовываться, там у танка пулемет. Хотя почему он меня не стрелял, тоже не понятно. Так, Алисия. А вот не знаю, добежит ли Алисия до угла, чтобы лансер. Давайте попробуем. Все равно очков движения хватает. Хотя на танк надо было тоже сохранить. Так, окей. Издевательство. Так, куда бы мне встать? Можно за ящик встать. С миномета я, конечно, попаду. Сломаем ему укрытие. И можно, в принципе, следующим ходом... Хотя надо поближе подойти, а то я потом не смогу зайти за угол. Мало ли кто там оттуда выбегать начнет. Давайте добьем лансера, чтобы танк... По идее, он должен на базе запросить лансера. О, 4 выстрела, ты издеваешься. До этого был один, сейчас 4. Ладно. А выстрел... А, у меня еще и выстрелов 7.
То есть в обычной пушке у меня по 5 выстрелов, а в этой 7. Я не забыл на это посмотреть. Ну да, конечно. Ладно, не будем лансера уже убивать. Лучше сохраним очки движения для танка. Потому что по 2 очка мне тут вот сюда, допустим, за один ход я. Потом у меня будет только 40%. Ну, за 2 хода я еще, допустим, сюда. То есть за 6 очков. Мне слишком много надо. Вот здесь вот я боюсь подставиться. Под 2 танка. Хотя можно вот здесь вот попробовать проехать. В задницу этому настрелять. В задницу вот этому настрелять. А вот только я не знаю... А, здесь еще там. Ну, я могу здесь повернуть. Ладно. Давайте сперва надо починить танк, а потом уже думать, куда поедем. Ну, он 2 лансеров вызвал, подумал. Так, это лансер убежал, да? Да, это вот это тоже опасно. То есть, если туда сейчас много лансеров набежит, а мне там в любом случае. Так, инженер. У него, походу, дело пулемета нет сзади. Так, чиним. Все, фул, да? Идем назад. Дальше она не пройдет. Так. Давайте я сейф еще один сделаю. Ненавижу движение танком, поэтому... Сейчас, если я не смогу повернуть, я загружу момент. Именно с поворотом у меня проблема. Сейчас все очки движения на поворот. Или я вообще не смогу отсюда выехать. Я даже не вижу, как мне повернуть. Ладно. Жмем вперед, чуть-чуть поворачиваем. Все. Так, давай без этого, без остреваний. Делать. Может стрельнуть ему в задницу? Давайте. Ну конечно, ты же такой прямой. Ну тратить как бы на него дальше не будет. Окей. Так, еще раз. Ну тут просто по прямой движемся. Почти по прямой, чуть-чуть надо поворачивать. Вот отсюда, если лансер в задницу нам вылезет, это будет жопа. А вот туда. Так, ладно. Вот последний ход, я думаю, не стоит тратить на танк. Лучше подтяну Алисию. Или догнать все-таки вот этого. Давайте глянем, куда он ушел. Куда ты ушел? Лансер. Куда мог убежать лансер с таким количеством очков? Вообще не понимаю. Так, ладно. Он же вроде вот здесь вот был. А, вон он, блин. Ну ладно, хрен с тобой. Сейчас Алисей еще все равно буду ходить. Попробую его с этой позиции снять. Так, надо инженера подтащить там. Вот. И Алисию поставить на какую-нибудь позицию, чтобы ее там не снайпнули. Вот здесь вот я боюсь, выбежит кто-нибудь. Шоп. А, дальше не можешь фиксовать. Вот туда чекать зайти тоже. Давай. Так, ага, ты отсюда его не видишь. Ну, фиг с ним. Куда бы тебя поставить? Я даже не знаю. Давайте чекнем за... Ну тут танк. Вот, 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 пожалуйста. Ну это разведчик. Мне нравится эта винтовка просто. Да какой пулемет, о чем вы? Что за говно? То
То есть до этого подошел, пулемета не было, убил мужика, пулемет появился. What the fuck? Так, одно очко движения. Ну, инженером я не добегу до Алисы. Ладно, давайте. Рискуем, конечно. Ага, у меня проблема, да. Да, проблема. Мне сейчас нужно проехать 3 секции, чтобы не попасть. А он там лансеров потом вызывал. Эй, ты не ходил танками. Издеваешься? О, ну, конечно же. Штурмовик. Вот, вот он убьет Алисию. Нет? А, ну она задоджила чуть-чуть. Ладно, это хорошо. Главное, чтобы лансер не выбежал снизу за танком. Потому что инженер вряд ли его убьет. Все плохо, он тащится к точке. Еще и танком едет туда. Слушайте, а я вот сейчас налево, если поверну. Не, ну я тогда жопой стану к лансеру. Мне в любом случае жопой к лансеру вставать. Потому что всех я их не убью. В общем, нужно как-то танком, думаю, зарулить сюда, чтобы встать жопой к контейнеру какому-нибудь. Чтобы вот если тут выбежит кто-то сзади, он не мог попасть в радиатор. Танк отсюда вроде как сюда уехал. И по идее мы ему тоже в жопу стрельнем, если сможем доехать вообще до угла. В идеале было бы поставить жопой вот так, ну как он стоял. То есть повернуть боком. К этому проходу, а сюда мордой. Жопа у меня тут будет в укрытии, потому что тут тупик. Давайте попробуем. Я опять же сохранюсь. Ну, в плане того, что движение танка тут, у меня может очки не получиться. Я бы не сохранялся, если бы не баговал. Ну, у меня пока получается, конечно. Но вот любой момент, когда ты заденешь угол какой-нибудь текстурки, и тебя, ты можешь потратить все очки на то, что будешь на месте стоять. Вот это меня бесит. Так, ладно, с один ход сюда вставим. По идее, я смогу выйти туда за второй ход. И попробуем тому танку сейчас на это нашпиговать. Ага, он боком стал. Это не есть хорошо, ну подъедем вперед. Ага, тут еще и два танка встало. Что? Когда он успел? 21 выстрел? Ты издеваешься? То есть у него... Ладно. Он закрыл свой танк другим танком. О, это плохо. Хотя у меня лансер есть сверху. Неудачный выбор, да? Я ж... Надо было, наверное, Алисе сюда забежать, посмотреть, как они стоят. А теперь мне нужно 10 выстрелов, чтобы убить эти танки. Ну, два танка. Здесь танка. Ладно. Хотя бы как-то покоцаем. Так, ну мне надо еще... Надо будет назад сдать чуть-чуть, потому что я уперся в эту фигню. Так. Лансера можно подтащить. Ну, подождите, надо инженера подтаскивать сюда, чтобы он чинил наш танк. Заодно похилим по пути Алисию. Хотя я не добегу до танка все равно. Но Алисию мы сейчас похилим. Аригато. А, ну тут хватит пока. Можно потратить 3 хода, чтобы бомбить этот танк. Если я попаду, конечно. Но у меня другого выхода нет, мне надо бомбить этот танк. Я уже не могу назад выйти. Потому что он тут по-любому сейчас скопится. Хотя он вот здесь и тоже должен скапливаться. Ладно, давай.
подтянем лансера. Может, как-то получится зайти в задницу. Хотя бы одного я точно смогу подпоцать. Ну, в плане этого. Ага, тут... Ну, мины я сниму за один ход. Должен, по крайней мере, снять. Но если что, снимем вот с одного края, тот край мы не будем снимать. Нам же сюда надо встать, вот на эту точку. Ладно. Так. За этот ход я не дойду. Поэтому стреляем. Неплохо было бы встать еще как-то поближе. А ладно, давайте еще раз схожу Ларго, подойду еще ближе. Попробую где-нибудь за угол. Не уверен, что я сюда добегу. Если что, за угол спрячу. Хотя он танком сейчас ходить начал тоже. Это не панацея, встать за угол. Бафы не срабатывают, как всегда. Нужный момент. Так, все. Здесь разобрались. Алисия нужна ли? Ну, вообще нужна, конечно. Алисия, наверное. Чекать вот здесь вот пехоту. Хотя танком чекнуть тоже можно. Ну, давайте, ладно. Оставим этот ход. Еще одна проблема, то что там второй танк жопы. А, он уехал. Чуть-чуть вперед. Ну это тоже не то. Пулемет будет проблемой на этом танке. Два выстрела. Давай только без этого, без обуза. Вот если он сейчас будет тупо танками ходить, он просто вынесет мой танк. Потому что у него, ну... Количество очков действий много. Так, там подходит пехотинец. Но если что, можно его Рози снести. То есть штурмовиком нашим. Сзади к нам кто-то хочет подойти. Да, придется Рози туда тянуть. А, ну это лансер. Ну да, это лансер. Он попадает копьем в задницу нашему лансеру. Так, еще и этим танком сейчас он пальнет. Мне два раза надо будет похилить инженера. Так. 8 ходов, да? Двойная инженера. Давайте прямо сейчас. В любом случае надо танк дефать. Хила по 1000. Или ты больше начал хилить? Нет, 1000 хилит. Так, блин, как бы тебя потом поставить? Его бы, по идее, надо в угол зажать вот, чтобы когда танк отъедет, под огонь не попал. Давай, и отсюда же еще раз похилим. Сумка инженера. Он мог заобузить свои очки движения и тупо мне танком, ну, двумя танками убить его. Да даже одним танком просто. Все, ходить, ходить и убить. В этом плане тут такой себе баланс. Вообще, по идее, надо было ограничивать, допустим. Ну, полностью нельзя ходить там после двух раз или трех раз. Чтобы не было такого. Хотя тут 6 раз он бы стрельнулся. Так, надо избавляться от этого лансера, потому что мой точно не переживает следующего выстрела. Вроде подтащить. Но у меня не думаю, что я своим лансером буду стрелять. Это, во-первых, я патрон потрачу, который у меня один. Подожди, я два выстрела сделал, один восстанавливается. У меня должно быть два патрона. Так, давай. 4 попадания. Все, с этим разобрались. Сейчас поставим ее тут на засаду. Если кто-то еще будет забегать. Вот, все. Вот так, стой. Будешь убивать их. Так, операция... Даже не знаю. Или можно было зайти Рози тоже сюда и похилить, ладно?
Она на соточку всего похилит. Привет, Тойс. О, проблема. Я не смогу выбежать из, ну, в зад танку, потому что у меня мало хп. Так, 5 очков. Если я Рози подбегу, два раза похилю, мне останется 3 хода. Я не уверен, что Ларга переживет. Или можно с танком поднять у нас. Вот этому в задницу, если я смогу попасть, опять же. Ну, если вообще возможно попасть из этой позиции. Он вроде как отъехал дальше, то есть мне должно быть проще попасть. И тогда Ларга выбежит только под один пункт танковский. Или может даже не выбегать, он с двух выстрелов может снять. У него 2 патрона всего. Может снять, а может и не снять. Ладно, давайте. Лучше не будем рисковать. Просто выйдем. И прям в лицо ему. Да, 2 выстрела надо. Промахнуться невозможно. Хотя это я говорю так. Невозможно. Мои лансеры могут все что угодно. Единственный нюанс, чтобы меня пулемет не начал стрелять. Отлично. У нас осталось только один танк. Обуза. Патронов больше нет, поэтому лансер бесполезен. Так, теперь только танком. Попробуем танком бомбануть ему в задницу. Ага. Бомбанешь ты ему. Ну, не знаю, попаду, не попаду. Так почему-то 16 выстрелов показывает. Может попробовать подъехать? Но я забыл сейв сделать перед движением там. Я надеюсь, ты не забагуешься. О, да, надейся. И жди. Меня так уже потрясло. Так вот. Я могу так попасть? Я не могу так попасть. Вот почему 16 выстрелов? Какая-то пластинка ссаная стоит, я танк за 4 выстрела убиваю, а это уже 16. Ну серьезно. Ну ладно, давайте в танк стрелять. Выбора нет. Тогда лансером следующий ход был. У меня больше некем. Лансера как раз один патрон появится. Он похилится. Да, подкрепление. Только боюсь, на А-ранг я уже не сделал. Но я не мог ехать у лагеря, потому что это забей. Там куча лансеров наспавнилась. То, что он отъехал подальше, это дает мне возможность протиснуться. Привет, мистер Джокерс. Так, надо сперва будет похилиться. Или просто тупо танком проехать вперед. Так, давайте хилим танк. Ну не полностью, конечно, там не хватает. Но оставайся так. Так, все, суицидная миссия. Ага, у тебя мало хп. Ладно, давайте тогда сперва его похилим, а потом суицидную миссию. И мне... А, мне же нужно тут... Ну да, надо... Короче, надо инженером сперва тут пробежать. А он не добежит. Хотя, не знаю, посмотрим. Так, ну у него не фулл хп, конечно. Давай. Суицидник. Пулемет, только не промахнись. Отлично. Так, надо отвести его в сторону, чтобы не задавить. А вот сюда встань. Здесь все отлично. Инженер. Блин, а у меня не будет. Давайте лучше просто танком по минам. Плевать вообще.
Так, давай. Нет, не лагай. По-моему, они ломают не очень много. Да-да-да, давайте, ломайте мне все. Все, мне сломали все, сейчас подведем инженера, похилимся. То есть они гусеницы в основном ломают, поэтому можно прям по ним кататься. Я думаю, также можно было поступить вместе с танковым испытанием. То есть отправить танк, переехать вот. А, блин, там два лансера мне уже пьют. Не знаю. Жопой попахивает. Ладно, давай доезжай. Если бы я отправил там танк вперед, мне бы просто два выстрела в жопу бы сделали. И это бы меня убило. Победа с рангом B. Хорошая работа. Ну это вот из-за двух танков я бы мог и раньше. Но я уверен, ты вновь отправишь нас на риск попытки заполучить ранга. Может быть, когда у меня будет фулл оснащение. Ох, судьба моя лихая, теперь давайте поскорее идем и вернемся обратно. Гиранг. 50 кусков, 60 кусков и за два средних танка. Ну, 111 тысяч. По-моему, за разведчиков мне дали 170. А? То есть, как-то вообще не очень. Так, давайте штурмовиков еще глянем. А, сохраниться. Точно. Вот это адекватная миссия. Ну, в плане то, что... Даже он спавнил на своей базе, но он спавнил только на базе. Он не ходил ими всеми и не закрывал мне дорогу толпой. То есть, проблема выбор пути только и все. Ну, это с разведчиком ты узнаешь, куда ехать. Все, вполне себе спокойно. Инженер тупо поддерживает танк. А здесь вот у нас... Сколько? Две точки у него. На двух точках он тупо спавнит кучу народу. Изначально у него куча народу. А очков действия тебе на всех не хватает. Офицер еще снайпер, который... Ну, он, конечно, стоял первые... Первые сколько ходов он стоял? Ходов 5 он, наверное, первый стоял, может, максимум. А потом он начал всех решетить. И убить его вообще невозможно, потому что у него 999 хп, снайпер. Он уклоняется от любой атаки. Всегда уклоняется. Если ты не, ну, толпой, наверное, бьешь, не гранату ему накидываешь, чё что-то. В общем, такое себе. Здесь у нас тупо дают 8 человек. Против 15 танков. Один снайпер, опять же, именной, который тоже вначале не стреляет, потом начинает. Где-то по... Ну, по одному штурмовику на три базы. И он потом на эти базы начинает спавнить. Ну, в основном на нижние, на две. Опять же, тоже вот этот вот бесконечный спавн пехоты, когда это испытание лансера. Ну, это вообще забей. Тут еще понятно, тут как бы даже не танковое испытание, тут... Ну, как... Общие испытания, то есть ты не только танком двигаешься, ты инженером там мины снимаешь, обычными ну, разведчиками бегаешь, убиваешь там снайперов, вот этих же лансеров всех. Штурмовики не очень полезные, потому что мало ходят. И прятаться особо негде там, ну, на первой позиции. Ну, такое, короче, испытание сомнительное. Ладно, давайте смотрим. Что-то я заговорился опять. Я символ седьмого отряда, Эдди Нельс. Вызываю тебя, мой большой поклон. А тебе не жирно, что ты два испытания представляешь, а? Ладно. Ну, новая карта. Имперские силы рассредоточились по всей области. Мы зайдем с этой позиции, штурмовики помогут вам одолеть плохих. Цель данной операции — уничтожить все вражеские силы. Также нельзя дать врагу прорвать нашу линию обороны. Будь осторожен, хорошо, хорошо. Имперец проник на территорию. Рози погибла. Что? Ладно. Я не знаю, что тут будет. Я уверен, что мне нужна Алисия. Не уверен, что мне нужны штурмовики. Но возьмем.
двух мужиков. Ой, подожди, приступить. Ладно, начнем операцию, дорогуша. Выложитесь на полную, я серьезно, или пеняйте на себя. Что за пасос? Вы издеваетесь? Вот мы и на месте, только посмотрите, сколько их. Даже так, шоу должно продолжаться. Угу. Сочетая атаку и перехват, мы уничтожим имперцев, уложившись в огонь. Да тому нужно превосходство в численности. Я стою сотни бойцов. Жемчужина поля боя. Штурмовик. Это единственная специальность, достойная меня. Эдди Нельсон. И Рози. Ах, почему эта женщина должна быть здесь? Зависть. Ей совершенно точно не удастся превзойти. Вот как это назвать? Ну серьезно, как это назвать? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штурмовиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 разведчиков. И 2 снайпера. А, ну да, 2 снайпера. 7 штурмовиков, 10 разметчиков, 19 человек против 4. Причем я стою в открытом поле. Открытое поле. Как бы, может, мне мешки с песком насыпать, там базу мне дадите? Нет, зачем? Ой, какой посол сейчас начнется. То есть, чтобы убить этих всех людей, мне нужно 19 ходов. Ну, как минимум. Итак, у меня 7. То есть за 3 хода я максимум выходит. Минимум, вернее. При этом мне надо не сдохнуть, потому что... Я даже не знаю, как это назвать. Я вот сейчас схожу Алисе, и я сдохну. Схожу этим, я сдохну. Схожу этим, я тоже сдохну, потому что меня видит куча народу. Вот пасос. С другой стороны, надо зайти Розе, я так понимаю, в спину, но... Тут нужно убить сперва двух штурмовиков, одного... разведчика, и только потом... двух разведчиков, и только потом я смогу убить снайпера. Я не представляю, как это делать, ладно, поехали. Да-да-да. Можно как бы выстрел? Это просто забейте. Ну, надо подбегать как можно ближе, но с другой стороны надо закончить ход. Я не знаю, у меня вот серьезно. Да плевать на этот. Ладно, они не очень сильно дамажат. Но как бы есть такой нюанс, он называется количество очков действий у меня меньше, чем тех врагов, которых я должен уничтожить за ход. Ну то есть вот. Тут у нас пятеро. Восемь. Ну, вот этот может еще добежать, девятый. По идее, вот эти их надо было потом убивать, но они все бы убили мне Рози. Что делать, я просто сейчас не представляю. Они что, предлагают огнемет использовать? И вот они специально сделали это. Силу воли, да? Но они хотя бы здесь не дамажат. Так, окей. Но я все равно вот этих сперва все вынесу, потому что она тут одна стоит, там хоть как-то могут люди отстреливаться. Так, снайпер надо главное убрать. Давай, вызывай. Мне бы еще отойти подальше, чтобы меня не могли бить. Да зачем сила воли после того, как я уже пострелял? Ладно. Нужно теперь как-то вынести тут хотя бы штурмовиков ближайших, что ли. Так, вот у тебя хп куча.
Опять же, непонятно, линию фронта они должны здесь проводить для кого? Йокен-жа-не-зо! У штурмовика точный выстрел, ну ладно. Йоша! Еще такой вопрос, конечно, называется. Он в тупую мимо пробежать не может? Если может, этот опять же посол. Так, давайте без своих наяриваний. Вайса надо прятать. Я фиг его спрячу. Ну, 28 хп, а ну, так. Надеюсь, ты выживешь. Живи как хочешь, мне плевать. Так, тут вот два штурмовика. У меня один ход. Один ход. Давайте Хайнцем. У него хп побольше покрыть. Ну, у меня нет ни укрытий, ничего. Вот штурмовика бы вынести. Потому что эти-то не особо дамажат. Также так и оставим его. Если они будут бегать, то он должен их убивать. Все, смотрим, какой посос нас ждет. Сколько у него очков движения? У него как... Ну, 10, не так уж и много. Типа тебя никто не видит, да? Ладно, минус один. Ну, это потому, что у Алисии топовая... Рози доджит. О, да. Они еще совместно стреляют. Может, гранатой надо было их выносить? Кстати, по поводу гранаты. У разведчиков вот этот вот подствольный гранатомет довольно далеко бьет. Поэтому можно было неплохо так накидать. Ну, да-да-да, он сейчас пробежит в тупую, если вот не попадешь вот. То есть, по идее, надо Алисию поставить поближе к границе, чтобы она их мочила. Кто пытается пробежать вот так вот. У нее на близкой дистанции очень много урона. Да, Вайс, конечно, тоже труп. И почему сейчас Алисия в ответку не постреляла, тоже непонятно. Как насчет мочить? Отлично. Ну, топовая пушка, 7 выстрелов она делает. Да, вот Рози что-то не очень. Она делает 7 выстрелов и с большим дамагом по всему. Походу дела Алисии придется ходить, потому что у двух штурмовиков, которые внизу, мало хп. И Рози тоже. Да Рози, блин, не добежит ведь. До низу. Надо посмотреть, короче. Но я всех все равно не убил. А, подожди. Сейчас я кучу народу убил на движение. То есть за два хода я смогу, по идее, завершить. Единственный нюанс, что снайпер вот там далеко сидит, то есть Алисии туда придется тоже бежать. То есть надо продумать, как Алисии схожу. Но пока что-то выглядит какой-то такой легкой миссией. Изначально, конечно, казалось кучу народу, но они какие-то идиоты. Они просто... Что? Какое подкрепление? Тут нету точек, ты издеваешься? А вообще, какая цель миссии? Он просто в воздухе заспавнился. Все противники уничтожены. What the fuck? Вы что делаете вообще? То есть, давайте спавнить врагов вот здесь. Вот здесь, да? То есть, они точно так же могут их запавнить прямо вот здесь. Серьезно? Мне надо, короче, избавиться от вот этого снайпера. Блин, это проблемно, короче. Если я уведу отсюда Алисию, кто-нибудь пробежит. Если не уведу оттуда Алисию, то... Снайпера некому снимать. Хотя Рози можно добежать туда. Но опять же, я не знаю.
Здесь, да, ну да, здесь вот это уже хз. Чё-то пока по сосам сплошным пахнет. Ты не можешь уйти, потому что не можешь уйти. С другой стороны, тут не так много народу осталось. Я не знаю, если вот он не будет вот так вот спамить. В тупую. На каких-нибудь дистанциях, которые я уже прошел. Чтобы мне не надо было париться, что типа вот здесь вот появились враги. Ой, ты не успел дойти, ты проиграл. Ну, дебилизм. Спавни вот здесь хотя бы, вот. И, вот типа по дороге пришли, все дела. Тут нет выхода. Тут даже не нарисовано, путь какой-нибудь нарисуй хотя бы. Как вот там вот с мостами-то было, с поездом миссия. Там были эти мосты, и по ним типа приходило подкрепление. Сломал мост, заложил взрывчатку. Ну, второй мост просто так я взломал. Ладно, снайпер хотя бы не стрелял. Хотя почему-то показано, что он ходил. Блин, что делать-то? Я не могу отсюда Рози убрать, если тут еще появится. Вайсом? Может попробовать Вайсом куда-нибудь туда заползти? По пути похилиться и убить снайпера? Он пока все равно бесполезен. Но сначала надо убить вот этих вот. Давай, ладно. Хейнс, убивай. Просто убивай. Второго он, кстати, тоже попал. Ну, немного. И второго давай убивай. Он задоджил, да ты издеваешься. Вот тоже додж, ну и ты задоджил. Ну и чё толку? Ход-то просран. Ладно, он двигаться не сможет. Если он двинется, он сдох. Так. Рози надо вот этих двоих снимать. Сперва штурмовика. Ещё попасть ему. А, неплохо. Ну, потому что штурмовик больше бьет, чем разведчик. Уходить отсюда я не буду, потому что я не знаю, будет ли еще один спаун. Мне уже больше трех ходов надо, чтобы их всех убить. Хотя, подождите. Нет, мне ровно три хода надо. Именно поэтому. Ну, я сейчас сбился, потому что они еще набегали на меня, и когда они бежали, они тоже дохли. То есть, может быть и меньше. Но число врагов было равно числу ходов. Моих ходов. Ладно, что делать? Оставить Рози тут? Давайте чуть-чуть вот так вот станем. Я не думаю, что прям вот там кто-то появится. Если появится, то только здесь, наверное. Там снайпер, вот. А, он в Рози стрелял, все. Снайпер стоит сверху. А, давайте Вайс. Блин, вот этого надо убить. Давайте Алисе убьем вот этого. Спокойствие. Так, одно попадание нужно всего. О, еле-еле попало. Ну хотя с обычного попадания она. Так, оставим ее где-нибудь здесь. Чтобы она видела всех, кто спускается. У нее довольно неплохая пушка. Вот, блин, давайте ползти штурмовиком. Ну, сперва похилимся. Если я доползу, я следующим ходом, собственно, попробую в снайпера пострелять. Соточка, конечно, немного. Но он вроде как на краю стоит, да. Наверх... Не, вверх лучше не залезать, потому что там может опять заспавниться. Стоп, а здесь нет подъема? Нет, здесь стена. Так, тогда идем сюда. Где-то тут был край, где он стоит. Вот, да. Следующим ходом я смогу его, по идее, покоцать. Как минимум. Так, давай, не промахивайся. Два попадания всего тебе надо. Отлично. Так, Рози в безопасности. Неплохо было бы вернуться, наверное, Вайсом.
Оставить его лучше там. Ой-ой-ой-ой-ой, про тебя-то я и забыл. Ладно. Поставить сюда два штурмовика на фронт. Хотя, блин, штурмовики такое себе набегают. Оу. Тут еще снайпер валялся. Что? Ладно, только не ходи второй раз, снайпер. То есть, мне нужны штурмовики. Минус один. Айка. Миссия, говорит, для штурмовиков. Штурмовик в траве не видит снайпера, поэтому нужен разведчик. Разведчик не может уйти, потому что он у меня топовый, и он убивает. Да, это все плохо. Так, не подбирай мой труп. Окей. Ну там Алисия стоит, так что вы не пройдете. Чувствую, я на А-ранг все-таки это не сделал. Но я, по идее, должен закрыть. Я боюсь вводить Рози, потому что... Ну. Спаун вот этот вот. Зачем он спавнил, если у него и так достаточно солдат? Поставьте больше солдат в самом начале. Пусть они походят и поднимутся сюда пешком. Ну, по скрипту. Ага, пошел вон. Ну, то есть, получается, что впереди может быть куча лежащих в траве тех же снайперов. Которых я не замечу в кустах, если я не разведчик. Ну, пока в упор, конечно, не подойду. О, Алисия получила много намага. Это плохо. Ну, говорю, тут нет укрытия, держи ущелье без укрытия. Можно, конечно, попытаться было лечь в траву. Но я не уверен, что из этой позиции Алисия бы настреливала. Ну, то есть, зона видимости бы у нее была достаточно. Как здесь вот она убивает этих идиотов. Так, ну надо спасать Вайса. Вызвать я никого не могу. Конечно, подкрепление. Чё, мне мало что ли было людей, да? Подкрепление. Ну, опять же, два... А, давай, ладно. Так, твоя задача убить... его. Спасти Вайса, убить снайпера. Если он не двигался. И прикрыть Алисию потом, кстати. Хотя, наверное, не хватит очков движения. Так, где тут снайпер удался? Вот только в таком, на таком расстоянии. Что? Так. Давай. Можно его как бы... Только не говори... А, ну, хватит. Сейчас бы мне сказали, что ему нужно больше выстрелов, чем... У меня есть. Так, надо вернуться. Я думаю, как-то вот так встану. Нет, чуть назад все-таки. Вот так. Они здесь будут выбегать, здесь вряд ли. Хотя сзади, по-моему, тоже кто-то появился. Ладно, надо Рози убить опять двоих. Тут, блин, четверо разведчиков. Ну... По-моему, опять миссия на спавн, это просто забейте. Причем нету точек, нету, но все равно они появляются. Я все понимаю, конечно, но, блин, это уже идиотизм. О, вот это плохо. Надо было с места, наверное, стрелять. Не-не-не, вы не постреляете. Так. Не знаю, сниму ли я этого тоже. Алисия, я бы... Хотя у нее 220. Не, ну, по идее, должна пережить. Не-не-не, мужики. Дохните.
Если мне придется бежать в конец, вот, чтобы всех убить вот этих вот, то это будет бред. Но я чувствую, так и будет. То есть тогда мне нужно будет изначально ставить, сколько мне, 4 человека? 2 разведчиков, которые вынесут всех. А штурмовики тупо будут стоять у границы, ждать. Ловить на... Хотя, блин, штурмовики тоже фигово стоят. То есть это даже миссия превратится в миссию разведчиков, что они тупо лучше дамажат в бегающие цели. У штурмовика, конечно, много выстрелов, но, блин, он дамажит. Так, а в тебя я не попаду, да? Чё, 54 выстрела в голову? Серьезно? Не хочешь немножко этот поумерить свой пыл? Понятно. Можно отбежать. Так, не огнемет мне нужен, мне нужна хилка. Все. 2 очка действия. Можно Алисе зайти в тыл и нас стрелять вот этим двоим. Ну, здесь он вроде как не спавнится, он спавнится только здесь. Ладно, давайте. У меня выхода особого нет. Пошел в жопу. Эй, ну ты спиной стоял, ну серьезно. Минус один. И второго, думаю, также убью. Все-таки Алисия будет дефать. Ну как дефать? 127 хп, конечно, подефаешь очень много. Я здесь ее, наверное, оставлю. Нет, нет. Ну, еще меньше хп. Или вернуть ее назад. Ну, я говорю, мне скорее всего тех 4 разведчиков нужно. Иначе они будут спавниться и спавниться. Так, ладно, пока тогда так оставлю. У меня больше очков действий нет, и хп у тебя мало. А, он идет, да? Я думал, он не пойдет все-таки. Ну так, неплохо я поставил. Он же сейчас пытается пробежать, да? Тогда сейчас обоих убьет. Если он попытается убить Алисию, тогда это уже другой. Ну да, конечно, сейчас попытается. Ну, теперь надо сюда все-таки кем-то идти. Только еще одним разведчиком сюда не беги. Ну. Именно с целью убить Алисию. Так, он по низу пошел. Отлично. Так даже лучше для меня. Тут Рози их. У нее хп побольше. Если в кустах, главное, чтобы никто не лежал, я выиграю. Если лежит кто-то в кустах где-то и ждет, то это посос. Блин, а этот спиной стоит. Стой! Он же не спиной стоит! Что за идиотизм? Он стоял лицом... А, какой посос... Просто если захочешь, то можешь сюда попробовать еще раз, да, конечно. Он стоял лицом в ту сторону, как разведчик пробежал мимо, вот поэтому я не хотел уводить оттуда Алисию. Эти, блин, штурмовики абсолютно бесполезные куски говна. Пошла в жопу. Давайте возьмем лучше вниз 3 разведчиков и закидаем всех подствольником. Ну, Рози, конечно, возьмем, она сверху всех разнесет. Так. Алисия. Ночи, да? И... Блин, у тебя хп мало. Давайте Рамону взем. Испытание штурмовиков, отлично. Да-да-да, давай. Ну, тут хотя бы такое. Как это выглядит? Кроме спавна, у меня претензий нет. Ну, могли бы, конечно, мне подать тоже этот.
Давай. Бла-бла-бла. Что здесь делает Рози? Бла-бла-бла. Так. Вот здесь могли бы мне добавить мешки с песком, чтобы я хоть прятаться мог. А то их тут просто толпы, а я, получается, что стою как в открытом поле. Так, ладно. Вот этих троих я снесу. Да, это все плохо. То, что три разведчика, это, конечно... Ладно, давайте сперва Рози попробуем. Есть нюанс. А, да, пол хп потерял. В общем, надо было с места стрелять. Нюанс в том, что у штурмовиков больше хп. Немного, но больше. А вот по защите я не знаю. По защите у них тоже должно быть больше. Да-да-да, мужики. Красавчики. Пятером стоят, наяривают тут. Чё-то мне кажется, что следующим ходом я сдох. Ладно. Так. Надо бы убрать их, конечно. Ну, у меня выбора нет. Если что, переиграю. Вот эти тоже паузы, когда ты подбираешь тело. А там разведчик стреляет своего снайпера. Я его сейчас заметил. Вот. Стоп, заканчиваю. 76 хп. Все плохо. Ночи, блин. Давайте. Да я не знаю, надо сперва вот этих убрать. Ну, через штурмовика сперва. Вот, о чем я говорю. 140 хп на ровном месте. Здравствуйте, я испытание. Так. А ты докинешь туда с этого? Блин, ну двоих я только за один. Да. У меня штурмовика главное вынести в основном. А упала она вообще не там. Я целился в штурмовика, упала она в жопу. Даже не знаю, короче. Ход дел опять придется переигрывать, и тут не зашла тактика с этими. Один хп. Нет, до свидания, короче. Просто забить. Может быть, просто стоило закончить ход? Ну, в самом начале. И ничего не делать и ждать, пока они на тебя сами набегут. С другой стороны, у Рози бы там пробежала толпа, я уверен. Дальше смысла нет ходить. Ждем, пока они пробегут. Тупо вышло. Вот, Рози, вот, бежит разведчик, она ему не может фул КП снести. А вот Алисия сносит. То есть, получается, я не смогу все-таки не этими. Не штурмовиками пройти. Ну вот, минус Рози. Плевать. Вердафать нету, некому. Да. Давай еще раз брифинг. Что бы делать? Снайперы еще поставили тоже. Но мне надо поменять состав, поэтому брифинг надо смотреть. Давай. Я все понял. Суицидная миссия очередная. Ну, Алисия-то по-любому, она вообще очень хорошо стоит. Но у этих больше всех хп, я поэтому не взял. Невозможно, тут появляешься так в упор еще. Если бы я хотя бы на какой-то дистанции был, то бы, ну не знаю даже, лечь в кусты. В
общем, Алисии нельзя уходить от этого. Карты. Надо просто тупо ждать, пока они сами прибегут. Ладно, давайте. Рози тоже не, лучше не ходить, сразу просто прицел включаешь и... Все. Штурмовиков тоже лучше сразу снять, ближайших. Хотя нет, подожди, штурмовики тоже не особо дамажат. Так. Мне нужно только вот это, вот этих вот. Ну, троих же. Ну, вообще, со снайп... вот этих всех пятерых убить. И можно, в принципе, завершить ход, потому что, я думаю... Они начнут пробегать, и их всех Алисия забыла. Ну, как-то так, попробую сейчас. Так, сразу же Е нажимаю. Я нажал Е, но 100 хп я потерял. А почему? Ладно. Сила воли у меня до этого срабатывала сразу. Сейчас почему-то после. Ну, после выстрела. Так, давай без этого. Я думал, не убьет и все. Так, 200 хп. 200 хп это здорово. Тут потому что очень много разведчиков, это не так больно бьют. Надо устранять их. Ну, видимо, придется хилиться. Тогда она у меня задоджила в тот ход. Поэтому сейчас устраним вот еще двоих и похилимся. У меня только один ход сосредоточился. Вот. Раньше вот так вот было сила воли. Так, давай не шевелись. И снайпера сейчас этого уберу, чтобы не мешал моим внизу. Как-то странно она срабатывает. Ей... Так, надо похилиться и лучше отойти, наверное, подальше. А я не отойду, надо к стене вот. Так, где тут хилка? Ну, 200 хп же мне снайпер не снимет. Ну все, я не думаю, что кем-то стоит ходить, у меня просто один остался. За то, что хилиться пришлось. А без хилки я бы тупо не выжил. Привет, Лид. Так, давайте, умирайте на огне, конечно. Ну да, да, да. Вот ненавижу эту фигню. Они еще стоят, что стреляют вместе. Что за бред? Там довольно большая дистанция, чтобы вместе стоять. Ну да, да, да. Ладно, это огнемет. Ну, нифига себе огнемет. На сотку. Блин, это плохо. Так. Снайпер, конечно же, вылез. В прошлый раз он не вылезал. В прошлый раз он там сидел и сидел. Ну ладно, хотя бы задоджили. Он спалился зато. То есть есть все-таки какой-то... Разбор... Конечно же, он сейчас по... Ну все, забейте, короче. Ну вы видите, да, что происходит? Какой посос? Как? Как? В прошлый раз он этого не делал. Он тупо побежал в другую сторону, там, где Рози дефает, а Рози изначально стоит не на той позиции, чтобы защитить тех, от тех, кто снизу забегает. Какой бред. Ну тут я состав менять не буду. Не знаю, может граната их убить? Попробовать вот этих двоих. Но я не уверен, что их задел. Все, посос. Давайте вот этим. Суицид.
Суицид, суицид, суицид. Мне нужна... Я не знаю, вот огнеметом два выстрела показано. Что-то огнемет мне вообще не нравится. Так, ну мне надо убивать разведчика. Ну да, и штурмовика в этом не задень. То есть, совместно стрелять они могут, но дистанция гранаты такая, что... Так, окей, этого мы избавились, все. Этот стоит вроде в такой позиции неплохо. Теперь... А, ну они не стреляли сейчас. Я не уверен, что Рози справится, если я вот убью просто второго штурмовика и оставлю. Ну, просто возьмет и пробежит мимо. По-любому пробежит мимо разведчик. Так что нужно его убивать. Пока баф есть, подбегаем как можно ближе. Под ним она, походу, делала меньше урона получила. Тогда тоже срабатывал. На каждый ход почти срабатывал баф. Сейчас опять они не стреляли. Механика игры мне вообще не понятна. Я тоже Е жмякнул сейчас быстро, как только мог. Но они не успели пострелять. Так, ну снайпера надо убивать и разведчика. Вот, а сейчас успели. У меня два хода. Сейчас как получится, да? Фиг его знает, как получится, опять же. Надо... Ладно. По идее, надо было двух разведчиков тут. Но я не уверен, что я их убью. Потому что тут штурмовиков куча. Не, давайте снайпер. Пока есть возможность. Так. Тут. Тут, наверное... А вот тоже не знаю. Штурмовик, по-моему, бежит вниз. Этот разведчик тоже. Я бы им накинул, конечно. Еще одну гранату вот тем двоим. Но я... Ну, конечно, конечно. Вызываешься по полгода. Я не достану. Ладно, давайте с обычного. Снимем штурмовика хотя бы. Вайсна получал, конечно. Йоша! Так, все. Ходить опасно. Еще больше хп потеряю. Я надеюсь, Алисия справится. Да, снайпер это плохо. Ну да, да, да. Минус штурмовик. Скорее всего. Вот тупо рандом. Если он попадает, то это забей. Он сейчас еще и Алисию попадет. Окей, в ответку ты сдохнуть должен. Его в 5 раз больше изначально. Мне негде похилиться. Ну, то есть у меня нету точки дефа. Меня спасают только либо бафы, либо вот такие уклонения. Все. Ну, либо когда он тупит, он атакует меня и не пробегает, а в ответку получает смертельный выстрел. Ну вот сейчас как бы что делать? Что я мог сделать? Ничего. Убить всех я просто не мог. Ну, штурмовики, говорю, вот бесполезны. Вот это Алисия спасла. Может попробовать взять два штурмовика? А нет. Фигня. Ну, вернее, заменить одного штурмовика на этого, на разведчика. Вот. Что? Ты не можешь повернуться? До свидания, все. Как бы. Фри проход. Рози, думаю, не добежит до него.
хп. Я не знаю, что со стримом, слушайте. Good Game лагает у меня просто невозможно. Нет, у меня как бы работает. А, нет, вот там в консоли пишет. Не могу воспроизвести. Все понятно, короче. Поэтому у меня людей нету и, собственно, я в рейтинге падаю. Я не знаю, что делать. Со стримом. Ну вот, пожалуйста, разведчик. Ладно, не пробежал. Но он чуть не пробежал. Подкрепление, да фиг с ним. Давайте разбираться, что со стримом. У меня потери 0. Ну, это очевидно. Что там идет? I can play. Буфер 20 секунд. Сервер говно. Там, поднимись мне выше, что там показывает. FPS скачет с нуля, да. Ну, понятно. Установите интервал ключевых кадров, установите постоянный битрейт, что у меня стоит. В общем, good game, говно. Я думаю, я тогда закончу на сегодня и все. Или стоп-старт еще сделаю максимум. Давайте стоп-старт сделаем.